Итак, за моей спиной сегодня происходит летний кубок номер один. Это первый кубок в этом году, и многие команды подошли к нему достаточно серьезно. У нас даже появились те команды, которые несколько лет назад участвовали на лиге, также те команды, которые хотят еще участвовать. Некоторые команды объединились. В общем, кубок действительно достаточно интересный, как всегда, эмоции, спортивные баталии. А побольше мы сейчас узнаем у организаторов, капитанов и игроков команд, что они думают сегодня о своих силах, что они сегодня думают о кубке, что они думают о своих соперниках. Итак, идем узнавать. С нами команда «Бронь». Хотелось узнать, скажи, пожалуйста, вроде бы вы не собирались на этот кубок уже. И как так получилось, что вы сюда приехали, и у вас другие команды отзываются, что вы сегодня одни из фаворитов? Объясни, пожалуйста. Ну, изначально мы планировали, то есть были на жеребьевке, жребий удачный для нас, группа вполне проходимая, то есть расчеты были на финал. Заявляться надо было на кубок, то есть с расчетом, то есть выигрывать только. И в самый последний момент, проблемы с составом, игрок один на игру, другой у нас сейчас травмированных очень много с основного состава. И я решил просто снять команду с турнира. Ага. То есть уже спрашивал команды, которые вместо нас хотели заявиться, и уже позвонил. И тоже самый последний момент, звонит мне вратарь наш. И говорит, нет, да, будем играть, нет, мы же Бронь, играть, да? Да, мы так же Бронь, а вот мы... у тебя это какая форма, пляжный вариант или ты выходишь все-таки? Коуч, я тренером. Ты коуч, да. То есть ты сегодня кричишь, орешь. Я сегодня тренером, да, я морально поддерживаю команду. Ну вот как тренер, скажи, пожалуйста, кто тебе сегодня больше всего нравится? Конечно, своя команда. Ну это понятно, конечно, как же по-другому. А из других команд, скажи, пожалуйста, ну, кого бы ты сегодня хотел бы увидеть в финале? Мы в финале Бронь. Бронь ФК Подол. ФК Подол. Да, а почему именно ФК Подол? Больше хочется наказать их или просто нравится игра этой команды? Ну, с их группы я смотрел игры Optima Farm. Довольно-таки неплохая команда, и не 3-0 у них выиграли. То есть, я думаю, это заявка на выход из группы с первого места. Это уже серьезная заявка. Сколько бы ты процентов дал, что вы станете чемпионом сегодня? 98. 2% тогда... на две штанги. Хорошо, 2% на Подол дадим. Конечно. Хорошо, ну все. Итак, вот эта команда, которая сегодня является Nintendo, которая это поле знает лучше всех, и которая на этом поле выступает лучше всех. Правда, в чемпионате? А как в кубке дела у вас? Кубки пока не очень, первый мы проиграли, надеемся сейчас выйдем на поле, докажем, что не зря лидируем в шестой лиге. Да? Будем стараться выходить. Так а в чем сложность? В чем сложность, если вы в чемпионате легко сложность выигрываете? Сложность в том, что здесь... у нас в чемпионате, к сожалению, три последние игры мы пропускали из-за неявок команды. А, то есть опыта, практики нету, да? Да, практики нет, сейчас такой период, чтобы команда там, то ГОС и кто поступает, не собирались, не тренировали. А сколько игроков у вас приехало на сегодняшний игру? 9 человек. Какой был самый такой интересный сегодня момент, может, гол? Какой-то да, запоминающийся или сложно пока, все? Пока что нет, пока не получается. Мы только один забили пока. Ну в вашей группе кто вам нравится больше всего? Ну пока наша, по игре будут вот, те, у кого мы проиграли, Бронь, да, самая сильная команда. Ага, я понял. И как вы считаете, вот в финале кто окажется? Вы уже видели все 8 команд? Титан точно. Титан точно, да? Да. И мы. И вы, да? Ну, да, мы будем стараться. А что бы хотели сказать, вот, возможно, своим ребятам, вы, возможно, еще будете сейчас на других, ну, на кубках, да? Вот что бы вы сказали своим командам, своей команде, игрокам, чтобы в следующий раз было все лучше? Да тут не говорить, что это нужно, тут просто нужно немножко попрактиковаться, и все будет хорошо. В принципе, играть можем и показывать нормальный игру тоже можем. И хорошо играть с такими соперниками, которые можно чему-то научиться, приятно. Хорошо, спасибо вам большое. Так, команда Nintendo, которая чемпион в чемпионате, но здесь пока что борется с очками. Ну что, скажи, пожалуйста, это у тебя уже сегодня после первой игры или нет? Нет, это такой производственное, поломало руку. Производственное тайм. Да. Ну что, как ты считаешь, ты доволен сегодня игрой своей команды или нет? Нет, не особо доволен, потому что можем больше. Пропустили первый гол, который не нужно был. И в конце пропустили второй. А с кем уже играли? С Таймом. С Таймом, да? То есть с Таймом действительно как бы еще не время, да? Да, но еще не время. Кубки мы играем для того, чтобы более сыграться, проверить новых игроков. И потом на чемпионат заявиться с полной силой. На чемпионат, да. Сейчас многих нету. Кто на свадьбе, кто на море. Понятно. На второй кубок уже будем получше. Тем более сейчас без вратаря играем. Полевой на воротах стоит. То есть у вас с кем еще остался игра? С кем же еще? С Бронью и... С Бронью. Ага. Еще одна. Ты схема. Знаешь достаточно много команд. Скажи, пожалуйста, вот кто тебе сегодня понравился, как ты считаешь, кто сегодня будет в финале? Ну, в принципе, вот оранжевая это кто? Виктория. Да? Оранжевая Виктория, да. Виктория, вот первый раз я их вижу неплохие. Ну, так, Оптима неплохая. Ну и Титан хороший. Ну, Оптима проиграла 3-0 Титану первую игру. Я помню, был кубок. Мы тоже играли, когда Оптиме проиграли в полуфинале, то Оптима тоже проиграла 3-0 первую игру Титану и в финале выиграла их 2-1. Понятно. Так за кого ты будешь болеть сегодня? Ну, кроме Фьюра.
Оптима, конечно, да? Оптима ближе. Да, Оптима должна. Понятно. Ну вам тогда успеха во втором кубке, чтобы у вас все было хорошо. Все. Спасибо. У нас снова на кубке. Команда. И что, как скажи, тяжелее играть летом на кубок или весной? Летом, конечно. Летом, да? Жарко очень, парень. А как так получилось, что у вас мы увидели легионеров в команде? Это не легионеры, а две команды вместе. Борисен плюс Тайм. Просто заявился Тайм, Борисен не успел заявиться. Я понял. То есть, ну, Тайм, как ты считаешь, сегодня хороший день или не сегодня очень? Сегодня как раз день для победы. Для победы, да? А из команд кого бы ты сегодня отметил? Кто тебе больше нравится? Я, конечно. Ну, это мне понятно. Вся команда хорошо играет. У нас три замены, успеваем меняться. Ну, а из других команд, вот кто тебе нравится? А кого бы других? Ты хотел увидеть вот в финале против Тайм? Я вообще группу А не знаю. Хочу с Бронью сыграть, а не с Бронью. Что-то Бронь сегодня все нравится. Бронь какой-то раздражительный. Нет, Бронь они в прошлом году четвертый, ой, пятую Риву выиграли, да, в этом году четвертый. Поэтому я понял. И как решаешь, если будет у вас игра с Бронью финале, с каким счетом? Вы выиграете у нее или проиграете? Мы сейчас будем с ними через игру играть. И какой счет будет? Ну, приблизительно, вот попробую угадать. 2-1 выиграем. Ну хорошо, тогда вам успех. Удивительно. В списке команд нету команды Борисфен, завившейся на этот кубок. Но команда Борисфен здесь присутствует. Женя, объясни, как это получается. Ну, с товарищей играют, с института, за одну команду. Они играют только в пятой лиге, мы играем в шестой. И они мы получили так, сказали, что давайте, их не хватало людей, они нам предложили. Скажи, пожалуйста, вот ты играешь на этом поле здесь постоянно, вот тяжелее играть в чемпионате или все-таки на кубке? Пока первый раз только на кубке, поэтому сказать не могу, только один матч сыграли. А с кем вы сыграли? Флора, по-моему, команда. Фиора. Да? Фиора. Ну а вообще, вот ты видишь, какие команды сегодня ты хотел бы видеть в финале? Ну вообще, то есть по силе, вот действительно, заслуживали. Ну, не знаю, вот хорошо, ребят. Команда Бронь, да? Да, Бронь, наверное. Ну, с нашей. Ну, с ну ты считаешь, раз. У вас есть шансы оказать в финале? Ну, ничего. Игра покажет. В этом, может быть, кого сил хватит. У Борисфена оказаться в следующем. Эти палки, травмы можно получить не только на футбольном поле, но и за его пределами. Но в следующем турнире Борисфен даст, да, жару? Ну, то есть будем стараться даться, да? Хорошо, спасибо тебе большое. Всем привет. Сегодня с вами команда Титан. Саня, вот... У вас дебют в 2011 году в летних кубках. Да, скажи, да. Пожалуйста, вот сегодня вам приходится бороться не только с соперниками, но и также с достаточно таким жарким, ну, жарко и знойным, да, и зноем, погодой. Скажи, пожалуйста, как у вас сегодня проходят? Ну, успехи, как собралась команда? Ну, в принципе, успехи проходят нормально. Мы выиграли в Optima Farm. Была, в принципе, равная игра, просто что соперник чуть-чуть подустал. Для вас Optima Farm вообще принципиальный соперник, да? Ну, как или уже эта принципиальность уже ушла? Когда это было большим дерби? Ну, то, что я работал, это как бы не принципиальность. Ага. Хоть я и работал на Optima, но выиграли просто, как говорится, на последних силах. Хотя была игра равная. Ну, в этой игре ты как с одним сердцем болел? За вот именно левым сердцем болел за Титан, а правым за Optima Farm или нет? Ну, или я все всегда болею за Титан. Да? Ну, скажи, сложно все-таки играть в жару? Ну ничего, жирой мы переносим это в воду. Как ты считаешь, сколько замен должно быть, чтобы все-таки победить? Чтобы победить? В матчах, да. Чтобы победить, ну, желательно, может, даже 4-3. И у вас какие еще соперники остались? Соперники еще остались команда Виктория. Виктория, а как думаешь, вот кого ты можешь увидеть в полуфинале, вот реально? В финале? И в финале, скажем, кто победит в сегодняшнем турнире. Вот кого бы ты дал? Трех фаворитов, назови, пожалуйста. Трех? Да. Титан. Титан, ну конечно, фар. Как же, у тебя фар и Бронь. И Бронь, да? Да. Бронь сильная. Ну, понятно. Ну, Сань, тогда тебе успехов. Да, спасибо. Пусть ваша команда достигает твоей цели. Все, пусть всего хорошего. Итак, вот к нам наконец-то вернулась команда Виктория, которая действительно в свое время просто гремела на полях КФЛ. Это авторитетная команда. И вот она к нам вернулась на летний кубок. Олеж, скажи, пожалуйста, вот есть ли ветераны той команды? Хоть кто-то, хоть один человек, кроме тебя? Или нет? Есть, да, три человека есть, которые всегда играют с этого. Ну, в принципе, на сегодняшнюю игру просто не смогу приехать. Потому что на следующий кубок, если у нас получится играть, то, думаю, человек 5-6 той команды, которая была, еще есть, они играют и будут играть, ну, дай бог. Скажи, пожалуйста, вот у вас в игроке это в основном какие-то профессионалы или просто любители? Вот, или люди, ну, все занимались футболом, там, в детстве, в юношестве. И так далее. А сейчас просто все любители футбола, которые играют. А средний возраст у вас какой? Ну, средний возраст где-то в районе 27-30 лет. Скажи, пожалуйста, вот у вас уже было две игры, да? Это да. Третья? Да, это третья. Нет, это вторая игра. Ну, да. Ты вот, в принципе, доволен? Ты то, что ожидал, хотел от своих игроков получить и получил или нет? Ну, да, да. То есть победа есть? Ну, победы пока нету, но я думаю, что будет победа. Даже не важно, сегодня будет, в следующий раз. Тяжело переходить с зеленого поля вот на такое состояние? Ну, да, необычно, мы привыкли играть немножко другими составами. Многие горят, да, немного. Не, но по 7 ага. человек не привыкали играть. И кто бы ты вот сказал, кто все-таки будет в финале, полуфинале, как ты считаешь? Ну, тяжело судить. Но если один лидер
Титан. Это в нашей Титан группе, да, да? Да. Ну, я думаю, что он будет в полуфинале точно, в финале будет. Ага. А я бы с кем хотели оказаться? С Титаном, как ты считаешь? Вы Титан, нам все равно. Не, мы еще не играли с Титаном, да? Нам все равно. Если пройдем дальше, будем играть с любой командой. Хорошо, еще бы я пожелал своим ребятам, если будет возможность для следующего кубка. Побед. Хорошо, вам тогда удачи, мы рады вас. Рассказывай, как у вас успехи сегодня? Да никак. Первую 2-2 сыграли, а вторую 4-0 проиграли. Да. На первую игру просто не собрались люди, пятером начинали. Ну я тебе скажу, что вы понравились одной из команд. И одна команда хотела бы видеть вас в финале даже. Какая? Ну это ты увидишь на интервью. Скажи, пожалуйста, вот сегодня какие команды тебе больше всего еще понравились? Титан понравился и Бронь. Титан и Бронь? То есть ты думаешь, что тебе команды будут в финале? Думаю, да. А вот остальные еще не хватает им немножко, да? Много, ну Nintendo, они сами что ли играют, они не тем составом пришли, что обычно играют. Викторию первый раз вообще вижу. Фиора и Тайм тоже впечатляются. Да. А скажи, пожалуйста, а вот как гол, какой самый красивый забила ваша команда сегодня? Наша? Ну это второй, это слева во фланга, в дальнюю 9 такой пилоширок. Серьезно, да? Как его фамилия? Холодов, отметь, молодец. Хорошо, тогда вам удачи, успехов. Как сегодня успехи у команды Optima Farm? Ну как вам сказать, первая игра была нормальная, хорошая, как бы. Мы проиграли за своих ошибок. А вторая могли больше забивать спокойно. А то что было назначено пенальти? За руки. За руки. То есть пенальти 100%? 100%. Да? Еще игрок упал, защитник. Вот так, ляг, по рукам ударил. А с кем у вас осталась еще одна игра? С Подолом. И как ты считаешь, какие шансы? Я думаю, что выиграем. У вас с Подолом как-то есть принципиальность или нет? Как обычная игра? Как вам сказать? Я думаю, что это обычная игра. Да? Я думаю, что мы выиграем. А в финале кого сегодня? Ну, кто будет? В финале? Да. Я думаю, что Титан будет. Титан и еще кто? И Optima Farm, наверное, да? В прошлый раз. И как, кто победит в этот раз? Не знаю, 50 на 50. Это я уже не знаю. Да? И Титан просто команда усилилась. В прошлый раз на весеннем было. Понятно. Ну хорошо, вам тогда удачи.